Ну что, ребят, вот и начался второй день. Андрюха уже потихоньку очищает машины. Переживали, что не будет снега, да? За ночь выпало 20 сантиметров. Да, вообще конкретно, то есть красота неописуемая. Я вообще снег, в принципе, давно уже не видел. Может быть, больше года даже. Вот. Безумно красиво сейчас. Собираемся потихоньку. Я уже почистил мустанг. Но сейчас почистим пикап. Еще не решили, на чем поедем, да? Ну, в общем, на чем-то поедем, ребят, так что... На том, да, людей много. В общем, погода просто шикарная, где-то в районе 8-9 мороза по Цельсию. Снежок, все хрустит, все обалденное, настроение супер, воздух чистый. В общем, поехали. Сразу покажу вам дом. Дом достаточно большой. Вот, очень красиво здесь. Природа, все вот под ногами хрустит. Снежок. Вот он наш дом. Вот этот камин. Вот здесь вот камин, если он сквозной. То есть, с другой стороны, он тоже прозрачный. В общем, круто. С другой стороны есть джакузи. Ее покажу попозже. Она на улице прямо. Мы вчера в ней отдыхали, уже было здорово. Вот. На улице был мороз, мы плавали в джакузи, пили виски, курили кальян. В общем, сами видите, какая здесь атмосфера. Все довольно круто. Вот люди чистят снег. Снега выпало много. В общем, короче, красота неописуемая. Hello, Варя. Вот, so, короче, будем кататься. Блин, это слово, короче, опять прицепилось ко мне, но что поделать. В общем, красота неописуемая. Да, еще я отлично катаюсь на лыжах, на коньках, но никогда не пробовал кататься на борде. И я решил попробовать за 5 дней то, что мы будем находиться здесь, опробовать борд. Не знаю, что из этого получится. Андрей катается профессионально. Обещал меня научить кататься на доске. Надеюсь, что смогу осилить, потому что следующее, что стоит у меня в планах, это серфинг. Но серфинг будет уже в гостинице. Вот он борд. Ребята приехали со своей экипировкой. Я буду брать в рент, потому что я новичок. В общем, поедем сейчас на один из горнолыжных подъемов, здесь их огромное количество. Вот, никто не ожидал, что сегодня выпадет снег, но, как видите, солнышко, просто красота. Обалденно. Андрюха, помахай ручкой. В общем, ребят, поехали кататься. Профессионал у нас, да? Да. Сколько ты уже катаешься? 100 лет приблизительно. В общем, Андрюха меня обещал научить, потому что я вообще ноль в плане борда. Он сказал, что отомстит мне за все мои грехи, короче, сегодня. Так что, ребята, увидим, как все будет. Смотрите дальше. Короче, ребят, мы выезжаем. Обстановка такая. В общем, у нас очень холодно, поэтому мы открыли крышу, чтобы было потеплее. Welcome to Miami. Рации заряжены. Экипировка с нами. Так и живем. Ну чё, мы едем, не? Сделай еще фотку, пожалуйста, там тормозни. Вот так вот. Выпало очень много снега. Выдвигаемся кататься. Да, наш мустанг вообще не приспособлен для такого вида дорог. Задний привод, куча кобыл, но вообще красота неописуемая, ребят. Потому что... В этом есть свой прикол с задним приводом. Но в заднем приводе есть свой прикол. В зимнее время года. Да, это точно. Точно так же, как в BMW и прочих подобных автомобилях немецкого производства. Вы понимаете, можно это хорошенько поднять себе настроение. Главное, чтобы без потерь. Это точно. Ну, день покажет. I'm gonna shut down.
Вот так мы добрались до проката. Артем меряет башмаки. Мы померяли ногу. И теперь Димовочке дают башмачки. Первый раз на сноуборде. It's gonna be a lot of fun. First time is always fun. Софа берет лыжи сегодня, дает белые башмаки, Ethnic. Ну, очень даже ничего. Смотрите, дальше не переключайтесь. Че, ребят, все вот. Один ботиночек мне уже одели, второй забрали, сейчас сниму там какие-то показания, сниму, ну, номер серийный типа. И все, сейчас подберем мне борт, regular, да, Люха, на левую ногу. Дай будем выдвигаться, уже пора, 10 часов, а мы еще в прокате. 10 часов, у меня еще ничего не сломано. Вот мне принесли борт. Сейчас будем его мерить. I take it? No, give me this one. Oh my god, this is really nice one. Ребят, сними, а то ты как это. Нормально. А что, без шапки? Да. Ровку взяли. Борт. Ботиночки, шлем, короче, все, что нужно. Погнали. Да, какая тут красота. Мы все не доедем, никак фоткаемся, короче. Ой. Супер. Не, ребята, почему бы и не покататься без крыши, да, Андрюха? Почему бы и нет? Мы уже подъехали. Да, я в шлеме, full protection. Да. Заезжаем на парковку, Вот гондола справа видна, а еще правее видна горка, с которой мы сегодня будем съезжать. Да, мы вот аж туда поднимаемся. Короче, парк здесь, да, платный уже, как Андрюха сказал, здесь вот подъемники. Мы на них пойдем, Андрюха, да? Ты знаешь, кстати, на удивление нет. Вроде только в прошлом году 5 баксов в парке. Воу, that's even better. Да, it's fun. This isn't that bad. Смотри, еще слева какая гора красивая тоже, верхушка. Да, ребят, тут красота, конечно, просто Необъятная. Необъятная. Смотри, там верхушка в снегу тоже. Сейчас мы туда будем на самую вершину подниматься. Обалдеть. Андрюха, так как мы сейчас на этих поедем, да? Мы поедем на половине, на гондоле до половины поедем, а потом будем подниматься уже на кресло дальше. Вау, красота. Вот, ребят, видишь, я не знаю, тебе видно, посмотри, видишь, вот столбики стоят уже на вот этом бугре, вот столбики стоят, это подъемники. Обалдеть, ребят, я вам вижу. В общем, аж туда мы забираемся. Наверное, уже включимся, когда будем на подъемнике подниматься. Как-то так. Вот как-то так, ребят, подходим, видите. Все садятся на подъемники. Очередь довольно большая, никого не ждут. Так что начинаем наше приключение с подъема наверх. Поднимаемся, да? Да. Все, борды у нас с нами. В общем, ребят, поднимаемся на самый верх, вот туда. Уже включимся оттуда. Такие кабинки у нас. Подъем прикольный. Тоже довольно интересно.